Ну что ж, всем вновь привет, с вами, как всегда, я Дезертир, мы продолжаем с того места, где мы, собственно, остановились. Остановились мы на вот этой замечательной локации, где мы спешим убивать наших врагов, где они спешат убивать нас, мы спешим убивать их, все у всех хорошо вообще. Летают веселые дроны здесь. Летать они будут, кстати, по-моему, постоянно, насколько мне не изменяет память. Вообще здесь, вот, кстати, самое хорошее место. Здесь оборона прям чудная. К сожалению, единственный минус — это то, что у нас с вами, к сожалению, не такой большой вид. И это немножко печалит. Вылазь. Я же знаю, что ты можешь вылезти. Ну, вылазь, ну. Ладно, поатакуем пока что дрон. Ух! Злой дрончик. Ладно. Посмотрим, какого еще батарианца мы можем зацепить. Минус. Стреляли, так сказать, на опережение. Так, ну ты будешь выходить оттуда или как? Ладно, пойду выкурю его оттуда. Ух! Это было определенно не то, что я хотел бы увидеть. Так, кого-то здесь уже убили, отлично. Воу-воу-воу-воу-воу. А вот это лишение щитов мне вообще не понравилось. Так, заминусили. Отлично. Теперь осталось убить тех, что остались наверху. Это будет сделать несложно. Я вам, как говорится, ручаюсь за это. Ну, пока можно шкафчики пооткрывать, не знаю, там, поделать что-нибудь такое. 141. Ну, ладно, возьмем 3 предмета. Не так уж сильно они. Они насолили. Так. Теперь остается совсем мало предметов, которые я могу взять. К сожалению. Надо будет выбирать, что мне нужно, а что нет. Уровень. Уровень. На что бы вам потратить уровень? Дробовики, расправа. Вот, давайте расправу сделаем. А тебе... Что у тебя есть? Усиление щита. Вот пусть у тебя будет усиление щита, наконец-то. Это же вроде нету. Нет, у него есть усиление щита, но оно... недостаточно крутое. Оу. Сейчас могло хорошо так прилететь, на самом деле. Пока инженер-батарианец. А, привет, дружелюбный зонд. А, я понял, он мне сделал перегрев оружия. Сука. Сука, он мне сделал перегрев оружия с лючидой. Падла увернулся от меня. Отлично. Здесь есть аптечка, которую мы можем взять. Есть ручное отключение. Так, отмена, погодите-ка. А, мне нужно количество предметов в вашем инвентаре достигнуть предела. Количество предметов, которые необходимо продать или выбросить, чтобы освободить инвентарь. Боевой сканер, стабилизатор. Так. Стабилизатор. Разрывные патроны. Стабилизатор. Криопатроны. Вольфрамовые патроны. Это все.
Так, вот теперь надо реально подумать о том, что нужно переработать в уникель, потому что у меня реально ни хрена толкового здесь нет. Давайте будем перерабатывать дробовики. Дробовиков у нас реально много. Не знаю, за каким хреном нам столько дробовиков. Не знаю, за каким фигом нам столько уникеля, если честно. Я не помню. Так. Придется реально много продавать, но, в принципе, денег-то у нас хватит на то, чтобы купить что-то реально ценное. Хотя я не думаю, что мы найдем прям что-то реально ценное. Ладно, так, ручное отключение. Понятно. Прям вот так вот. Да, почему бы не взять все? Здесь, в принципе, больше никого мы не видим, и нет здесь никого больше-то. Так что поехали. Отключаем следующий двигатель. Включение двигателя. Да вообще проще некуда. Вы не на шутку их разозлили. Их главный приказал повсюду установить бомбы. Похоже, хочет взорвать комплекс. А ну-ка отойди оттуда. Не стреляйте! Прошу вас! Кто останавливает двигатели? Второй раз спрашивать не буду. Разберитесь с этим и поживее. Уберите ее отсюда. Они только что убили ее брата. Черт, надо ее реально спасать. И тут как бы либо спасение одного человека, либо спасение целой планеты. Либо-либо. Как всегда, решение, решение, еще раз решение. Черт, я даже не знаю. То ли бежать ее спасать, то ли, извините меня, бежать и пытаться как-то спасти планету. Мы чуть-чуть под... В общем, мы чуть-чуть внутрь улетели. Уии! Летаем! Да ё-моё, отъезжай. И вот знаете, давайте я сейчас сохранюсь, потому что я реально не помню, что случится, если спасти ее, а не отключить двигатели и наоборот. Это я реально этого не помню. Но миссия, кстати, очень интересная. Она, по-моему, сделана из дополнения как раз-таки. То есть это было дополнение для Mass Effect, насколько мне не изменяет память. И давайте, наверное, попробуем все-таки отключить двигатель. В крайнем случае, попробуем потом ее спасти, а потом отключить двигатели. Так что сильно ничего не изменится, в принципе. Все отключили в этом плане, осталась только одна. Промахнулся. Отлично. И давайте здесь сохранение быстрое сделаем. У меня есть глобальное сохранение, так что если что... Если что, все будет хорошо. И
здесь будут вараны. Выпустить варана! Так, отлично. Песики бегут на нас. Но, к сожалению, вараны нам уже не помеха. Причем не помеха уже давно, еще начиная с первого момента присутствия на Terra Nova. Или на Eden Prime. Нет, стоп. Где мы присутствовали-то? В какой колонии? Я уж не помню. В какой-то мы с вами колонии присутствовали, где были эти веселые собачки. Уже я, честно, подзабыл. Ну давай уже умирай потихоньку, ну. Все равно выжить тебе, по сути, не светит. Вот он похилился пенициллином. Ну давайте пробежимся вперед, посмотрим, что там интересного есть. Так. Ручное отключение, собственно, как всегда. И у нас опять мало предметов, которые мы можем оставить себе. Включи двигатель. Отлично. Теперь быстрее бежим ее спасать. Криогенная камера. Еще одна криогенная камера. Ну, в общем, ладно, бежим. Не тратим время. Просто бежим. Стой, где стоишь. Не хочу лишний раз пачкаться в крови. Не подходи ближе. Можем разобраться по-плохому или мирным путем. Не думаю, что вы, батарианцы, знаете значение этого слова. Послушай, я просто выполняю свою работу. Не я придумал захватить эту глыбу. Я просто хотел немного заработать, по-быстрому раздобыть рабов и все. Это уже не набег за рабами. Речь идет о жизнях миллионов людей. А то я не знаю. Я просто выполняю приказы. Будь моя воля, меня тут уже не было. Еще не поздно. Ты все еще можешь убраться отсюда. Сомневаюсь. Балок с меня живьем шкуру сдерет, а потом продаст. Вот я псих ненормальный. Все пошло наперекосяк, а я виноват. Почему ты его слушаешься? Хороший вопрос. У меня плохое предчувствие с тех пор, как мы приземлились. Вот и Балок хочет вас прикончить. А Балок всегда добивается своего. С этим не поспоришь. Разве тебя устраивает роль его посыльного? Помоги мне, и я разберусь с Балоком. А ты займешь его место. А что? Ситуация вышла из-под контроля. Надо с этим что-то делать. Отпустить. Пусть Балок сам разбирается. Надеюсь, ты владеешь оружием не хуже, чем языком. Иначе нам обоим не сдобровать. Балок получит свое. И ты, кстати, тоже, если я еще раз встречу тебя на территории людей. Ясно? Да, конечно. Балок засел в главном комплексе. Возьми ключ, пригодится. Будь начеку с ним, тот еще ублюдок. Пошли, валим с этого куска дерьма. Вот так вот, герой аж целых плюс 8 штучек. Тянь-тянь-тянь-тянь-тянь. Ой, ну что ж, давайте что-нибудь прокачаем уже. Так, Рексу мы прокачаем... физподготовку, почему бы нет? Гарусу мы прокачаем...
Электроник, он у нас будет, хороший электроник. Ну, а себе мы прокачаем даже не знаю что. Мне тоже, в принципе, нужна физподготовка. Да и боевая подготовка, по идее, нужна. Ладно, сделаем вот так вот. Пока что это то, что нам нужно. Ладно, сейчас осталось добраться до Балака и посмотреть, что там будет интересного. Я думаю, что что-нибудь мы найдем. Единственное, что нам все-таки нужно избавиться самую малость от всего и вся. Ой. Ладно, давайте это сделаем. Я не знаю, мне реально жалко избавляться от хороших вещей и перерабатывать их в унигель, а тем более мне бесит то, что автоматически он, видите, не нажимается. То есть переработка в унигель, нельзя автоматически сделать ее. Фу ты, я еще не то сделал. А цунами, конечно же. И давайте здесь боевой сканер 5 уровня поставим. Здесь поставим проникновение щитов плюс 50. Но урон снижен. Ага. С синтетиком. Вольфрамовые. Крио. Так, что у нас там? Минус максимальная точность, зато проникновение щитов. Криопатроны, сжигательные патроны, точность. Разрывные, зажигательные, платониевые. Вот, токсичный урон мне нужен. Я не знаю, мне как-то всегда токсичный урон нравился, потому что он дает периодически дамаг, который помогает нам, в общем-то, совсем справляться. И он не дает им некоторое время восстанавливать щиты, по-моему, насколько мне не изменяет память. Не знаю, мне как-то всегда было удобнее бегать с ним. И я думаю, что я так и продолжу делать. Простите, что мне приходится это все так вот относительно долго фигарить, но я думаю, что все-таки это нужно иногда будет делать, потому что это реально нужно. Ой, в идеале надо все это продать было бы, а не выкинуть и не в унигель переработать. Ну ладно, я думаю, что мне этого пока хватит. Быстренько, просто максимально быстро, на самой большой скорости. Я сейчас перемещаюсь вот сюда. И надеюсь, что будет что-то хорошее. Сохранимся на всякий случай. А, по-моему, она останется жива. Ну, я в смысле про инженера. Так. Защиту мы все там отрубили, поэтому мы просто туда подъезжаем и, собственно, выполняем все, что нужно. То есть ничего сложного, в принципе, там не будет. Так что, в принципе, все замечательно. Защита здесь уже полностью отключена. Мною лично, так сказать. И никаких преград для этого у меня нету. Ну что ж, переходим, друзья мои. И здесь действительно такой огромный комплекс, в котором нам предстоит побегать некоторое время. Но без этого не так. Ящик за гранатами, станция первой помощи. На всякий случай пополнили и то, хотя нам не нужно ни то, ни то. И вот эта огромная штученция. Там еще и дроны. Так, замечательно. Батарианцы. Что, дробовик тебе понравился, я надеюсь, да? Да, да, да. Я смотрю, ты прям крут. Крут, когда в девушку стреляешь, да? Инженер-батарианец. Ну давай, давай. Падла, перегрев мне врубили. Вам это не поможет. Потому что перегрев на меня, в принципе, не особо сильно действует. Так.
Полетел, малыш. Слишком все-таки далеко он находится в этом случае. Минус, отлично. Я думаю, мы сможем их вот так вот периодически фигарить. Да ладно, падла. Серьезно. Да ты шутишь. Все, сдулся. Ну, надеюсь, что таки да. Да серьезно, ты прикалываешься. На, чувачела. Так. Здесь довольно много народу. Это единственный минус, который здесь есть. Он не сильно плохой, в принципе. Правда, я так смотрю, под нами здесь тоже кто-то есть. Батарианский инженер это. Сейчас навешаем за то, что он вообще решил на нас напасть. Отпинали беднягу просто. Просто беднягу отпинали. Так. Уничтожили охранный дрон. Замечательно. А по-моему, здесь больше никого нету. Мы вроде бы должны вот сюда вот переместиться. Может, по-моему, где-то здесь что-то будет. Хотя могу ошибаться, конечно. Я уже плохо помню, если честно. Пополняем запас панцелина, хотя мы его, в принципе, здесь не трогали, поэтому даже не знаю зачем, но почему бы нет? Почему бы нет? Заодно смотрим, что у нас здесь вообще есть и что нам, в принципе, нужно. Так, по идее, она с друзьями жива, но вот брат у нее, к сожалению, погиб все-таки. Это очень печально, если честно. Умри, человек! Самая тупая смерть, которую я только что видел. Вы люди! Вы доставляете слишком много хлопот. Отпусти заложников, и ты, возможно, проживешь достаточно долго, чтобы объясниться перед советом. Я не отвечаю перед советом. И перед тобой тоже. Я улетаю с астероида. Если попробуешь остановить меня, я взорву эти заряды, и тогда погибнут и твоя помощница, и ее друзья. Я не могу отпустить тебя, Балок. После того, что здесь случилось. Это ничто. Вы, люди, доставили батарианцам гораздо больше вреда. Нас вынудили удалиться в изгнание. Довольствоваться крохами. И так целые десятилетия. А при чем здесь эти люди? Они ничего не сделали ни тебе, ни батарианцам. Ничего не сделали? Всего лишь колонизировали нашу планету. И только забрали наши ресурсы. Нам ничего не оставалось, как защищаться. Но люди сильнее нас. Мы это знали. И совет знал. Но это никого не волновало. Это все вы. Вы и ваши соплеменники. Единственная причина, почему мы оказались в таком положении. Разве убийство невинных людей что-то исправит? У нас не было выбора.
Иногда приходится специально привлекать к себе внимание, чтобы тебя выслушали. Так значит, Элизиум был способом привлечь внимание? Ну что ж, вы его привлекли. А когда мы ответили, вы сбежали, как трусы. Теперь вы хотите снова начать эту войну. Хватит! Наверное, вы никогда не поймете. Вы не хотите понимать. Я не собираюсь тратить слова впустую. Если хочешь видеть друзей живыми, лучше отойди в сторону. Можешь идти, но это не конец. Я тебя рано или поздно найду. Может быть. Но сегодня ты точно до меня не доберешься. Таймер все еще работает. Тебе лучше поспешить, если хочешь спасти друзей. Сука. Ладно, бежим. Надо их действительно спасать. Так. Нужно отключить первую бомбу. Обезвредить. Одна бомба обезврежена. Боже, да бегишь ты быстрее-то. Вторая бомба, которая была на втором этаже, вроде бы сейчас будет тоже обезврежена. По крайней мере, я на это надеюсь. Так. А. Отлично, прям в миллиметраж успел. Осталась одна бомба, которая находится хрен знает где. Где-то в той стороне она находилась, насколько я видел. И вот не знаю почему, к сожалению, наш персонаж может бегать только периодически. Он не бегает все время. Так, обезвредить заряд. Все заряжены обезвреженные, освободить ученых из камеры на нижнем уровне. Он ушел? Это правильно? Пришлось отпустить его, а то было бы хуже. Вы же сказали, что спрячетесь в безопасном месте. Я мог бы сделать что-то полезное. Я чувствовал, что должен быть здесь. Я же как-никак лучше всех знаю этот астероид. У вас получилось. Еще бы час... И курс астероида было бы невозможно изменить. Я сверил расчеты, Шепард. Х-57 упал бы рядом со столицей. Это самый густонаселенный район. Хреновенько. Но этого не произойдет, благодаря вам. Кейти здесь? Она жива? А ее команда? Балок взял их в заложники. Я отпустила его, чтобы их спасти. А это не... Вам ничего за это не будет? То есть, он же может повторить то же самое в другом месте, ведь так? Да, может. Балок показался мне практичным. Практичным и ожесточенным. Думаю, будь он на моем месте, Боуман уже была бы мертва вместе со всеми террористами. Но я не намерена жертвовать людьми, которые случайно оказались между мной и моей целью. И что теперь будет? Террористы скроются? Сегодня Балок сбежал, но охота на него начнется уже завтра. Каждый корабль Альянса будет преследовать его. Он будет скрываться, но рано или поздно поскользнется, и мы возьмем его. Добро всегда побеждает зло, Саймон, если не отчаиваться. Сурово. Рад, что вы охотитесь не за мной. Шепард, благодарю вас за жизни моих детей и внуков. Думаю, я тоже здесь надолго не задержусь. Команды нет. Много дурных воспоминаний. Сейчас мне лучше вернуться к семье и провести некоторое время с ней. Но прежде хотелось бы кое-что отдать вам. Может, это вам пригодится больше, чем мне. У меня, как у главного инженера, есть кое-какое качественное снаряжение. Выбирайте, вы заслужили. Наверное, я прошу слишком многого, но ваш уни-инструмент. Мне бы он пригодился. Шепард. Вы же спасли моих детей и внуков.
По сравнению с этим, уни инструмент ничто. Берите. Надеюсь, это вам пригодится. Да, кстати, вы просили меня отыскать пропавших инженеров. Вы нашли их? Еще нет. Не знаете, где их лучше искать? Есть мысли? Можно подключиться к башне-передатчику на поверхности. У вас на сенсоре отобразится местонахождение их станций оборудования. Будьте осторожны. Всего хорошего, Шепард. Мы многим вам обязаны. Так. Отлично. Мы получили очень офигенную штуку. Все еще не верю, что вы отпустили Балака, чтобы спасти нас. Я была почти уверена, что вы принесете нас в жертву ради спасения большинства. Тогда бы я была не лучше батарианцев. Балак далеко не уйдет. Теперь я знаю, кто он. Он не сможет скрываться вечно. Вы прямо как мой брат. Всегда был таким упрямым, но хотел делать все правильно, по справедливости. Что бы ни случилось. Это вашего брата убил Балак? Да, Аарона. Это он уговорил меня записаться в команду. Сказал, что это будет то еще приключение. Надо было мне быть с Аароном построже. Хотя, чего уже теперь говорить? Я понимаю. Вы порядком натерпелись сегодня. Не буду вам мешать. Спасибо. Но я даже не знаю, как вас зовут. Капитан Шепард. Я из спецкорпуса тактической разведки. Спасибо, капитан Шепард. Я не ожидала, что вы появитесь здесь. И я благодарю вас. Что вы можете сказать о батарианцах? Чего они хотели добиться? Похоже, они даже не знали про двигатели. Когда они напали, они собирались доставить нас на корабль, чтобы продать как рабов. Когда появился Балак, все изменилось. Он решил сменить курс астероида. Сказал, что это станет символом батарианского сопротивления, что бы это ни значило. Ему быстро все подчинились, но, не знаю, не похоже, что они все такие же фанатики, как и он. Вы поступили очень смело, Кейт. Связали со мной по радио, рискуя жизнью. Упрямство и настойчивость – наши семейные черты. Мой отец служил в войсках Альянса. Он немного огорчался, что мы не пошли по его стопам. Но Аароном он бы гордился. Извините, я просто... Почему астероид вообще долетел досюда? Почему тревогу не подняли раньше? По плану, астероид должен был появиться здесь на днях. Балак просто ускорил его. В камне много полезных ископаемых, но он находился слишком далеко от Терра-Новы. Поэтому мы установили на него реактивные двигатели, чтобы передвинуть его поближе. Все шло как задумано, пока... Ну ничего, скоро все станет как раньше. Почти все. Вы порядком натерпелись сегодня. Не буду вам мешать. Всего хорошего, Кейт. Я очень признательна вам, капитан. До свидания. Вот как-то так. За это мы получили довольно нехилые денежки и, в принципе, бомбу здесь тоже разминировали, ребята, так что все хорошо, все молодцы, все сделано классно и как нужно, собственно. Большое спасибо. Я думал, это конец. Ну, что-то в этом духе, но на самом деле не конец, так что все хорошо. И вот ее брат. Еще раз благодарю вас, капитан. Вы даже не представляете, что вы для нас сделали. Хорошо. Я рад, что я смог вам помочь, друзья мои. Так, а теперь мне нужно что-нибудь сделать полезное. Ну и найти того чувака, потому что я, в принципе, нашел всех его друзей, и я не знаю, где он. Почему сейчас? Чего хотят эти батарианцы? Сложно сказать, девушка. Так. Мне нужно как-то понять, куда мне вообще, в принципе. Это я как так запрыгнул? Это что вообще было? Я, по идее, так не умею прыгать. А ну-ка, на-ка. Ну ладно. Сейчас мы отправимся на наш корабль. Я там уже продам без записи все шмотки, думаю, наконец-то. Потому что очень много всего нужно продать, избавиться от всего. И, в принципе, это не имеет никакого значения. Я думаю, что вам это показывать смысла нет. Просто я продам все и вся, что мне не нужно, и все будет хорошо. В общем-то. Вот, ну а на сегодня, собственно,
Я думаю, что эту серию пора потихонечку тоже заканчивать. Сейчас мы доберемся до корабля. И там я завершу, наверное, эту серию. А попутно вот Саймон. Вот он здесь сидит. Скажите, Шепард, вы случайно... Да, я нашла всех. По крайней мере, их тела. Да, понятно. Ну что ж, все лучше неведения. Будьте осторожны. Всего хорошего, Шепард. Мы многим вам обязаны. Всего хорошего, стул. Ты многим не обязан. Ну что ж, теперь мы можем со спокойной душой и телом, так сказать, отсюда валить самую малость. И давайте... Давайте на самом деле... Ну, я думаю, что я здесь ничего уже делать не буду. Единственное, что я сделаю, это продам вещички. Так что давайте на этом действительно завершать. Всем спасибо за просмотр, дорогие мои друзья. Всем удачи и пока-пока. Надеюсь, вам понравилась эта серия.